Всем привет, дорогие друзья-автомобилисты! Совсем недавно я делал видеоролик и рассказывал, как можно определить, что необходимо делать промывку инжекторов, соответственно, инжекторного двигателя. Но в комментариях один из подписчиков задал мне вопрос, а как определить по дизелю, что пора чистить форсунки? Итак, друзья, с дизелем тоже все не так сложно, как кажется. Запускаете двигатель на дизеле, прогреваете его до рабочей температуры, а потом просто делаете перегазовку и смотрите на выхлоп. Если на выхлопе идет черный дым, значит ваши форсунки пора чистить. Скорее всего, распылители форсунок уже подзабиты. Это уже говорит о том, что обязательно необходимо промывать систему. Конечно же, не факт, что после промывки черного дыма не будет, но его будет гораздо меньше. По той причине, что вымыть все эти отложения, которые у вас накопились в распылителях, практически невозможно без замены форсунок. Поэтому, промывая, мы просто продлеваем срок службы наших форсунок. А если на вашем дизеле нет черного выхлопа? Друзья мои, если вы много проехали на своем дизеле и у вас нет черного выхлопа, это не говорит о том, что мыть форсунки не нужно. Я рекомендую промывать форсунки на дизеле, даже если нет у вас черного выхлопа, для того, чтобы у вас этого черного выхлопа как можно дольше не было. То есть вы профилактически просто промываете форсунки, как я показывал в других роликах. Я промываю Винсом, некоторые промывают Лавром, другие промывают специальными промывками Ликвимоли. Все это хорошие вещи. Берите только хорошие промывки и промывайте. Такой промывкой, которая вам больше подходит и вам больше нравится. Надеюсь, друзья, что этот совет для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока.